Всем привет, с вами любимая компания «Электромотор». Представляем вашему вниманию вертикальный дровокол гидравлический на 16 тонн, модель «Титаниум 18Е». Производство Словения. Это классный европейский дровокол, выполнен из качественных материалов, из металла. Имеется возможность, здесь стоит вал отбора мощности. Компания «Электромотор». 18Т – это его модификация, титаниум 18, а усилие расколки 16. Бревно 1,50 мм, расколот, максимальный диаметр 800. Нож для колки на 4 части на пополам. А есть еще расщепители? Есть более нужные. Расщепители есть? Расщепитель на 6 частей такого плана? Нож для колки, он расщепитель, да? Вот. Ну, нож для колки, не, она снимается напополам и на 4. Чье производство? Словения. Эта моделька работает от электродвигателя, но также есть модельки, которые работают от вала отбора мощности трактора. Как сделано все это? Сделано очень качественно. Это действительно профессиональная техника. То есть металл такой, честно говоря, как кованый какой-то здесь. Длина полена у нас, в принципе, посмотрите в технических характеристиках. Сейчас я посмотрю. 16 тонн, хотя моделька 18Е. Дальше что еще у нас интересного? Двигатель 5,5 кВт трехфазный. А где купить? Купить, конечно, в компании «Электромотор». Контактный телефон в Киеве 530038. Контактный телефон 530038. По вопросам покупки обращайтесь в компанию «Электромотор».